поможем нам всем. Прошу. Я хочу сказать о том, что все, наверное, наслышаны о том, что нам предстоит провести реформу. И эта реформа очень серьезная. Над ней уже начата работа. Поэтому я свой доклад прочитаю, потом у кого какие-то будут вопросы, я вам скажу. Всем відомо, що Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект щодо медичної реформи, яка стартує вже з 1 січня 2018 року. Ще ці закони не підписані президентом нашим, але в ближайші дні вони будуть підписані, і ми почнемо працювати над цією реформою. Реформа передбачає запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров'я. Перехід від фінансування медзакладів згідно кошторису до оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретній людині. Гроші йтимуть за пацієнтом. Людина звертається в медичний заклад до конкретного лікаря за допомогою, а держава перераховує кошти в медзаклад, в якому працює лікар, або безпосередньо лікарю, якщо він має власну практику. У 2018 році нова модель фінансування охорони здоров'я запроваджується тільки на первинній ланці надання медичної допомоги. За нею будуть працювати сімейні лікарі, терапевти та педіатри. На інших рівнях, на вторинному, спеціалізованому та третинному, щоб було дуже всім зрозуміло, вторинний рівень – це поліклініки, де працюють вузькі спеціалісти, третинний рівень – це наші стаціонари. Там реформа буде запроваджуватися поступово до 2020 року. Жодних змін у медичному обслуговуванні людей на цих ланках в наступному році в лікарнях, в будь-яких закладах не відбудеться. Як відбудеться перехід на нову систему фінансування меддопомоги, які надають лікарі первинної ланки, сімейні, терапевти та педіатри? Перш за все, буде створена Національна служба здоров'я. Це спеціальний орган виконавчої влади, яка перераховуватиме бюджетні кошти медичним закладам та лікарям, фізичним особам-підприємцям за надання медичної допомоги людям. Ця Національна служба здоров'я укладе угоди з усіма медичними закладами і гарантовано буде фінансувати відповідно до кількості пацієнтів, яким в цих закладах будуть надаватися медична допомога. Фінансування буде проводитись на умовах попередньої оплати. Людині потрібно буде обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра та підписати з ними угоду на медичне обслуговування. Медичний заклад повідомляє Національну службу здоров'я про кількість пацієнтів, з якими підписані угоди. Національна служба здоров'я України перераховує цим закладам кошти на обслуговування громадян згідно з встановленими тарифами. Фінансування медичної допомоги через Національну службу здоров'я України забезпечить головне – єдині стандарти надання меддопомоги та рівний доступ до медичних послуг для кожного громадянина незалежно від прописки. Саме держава гарантуватиме, що кожному громадянину, який звернеться до сімейного лікаря, буде надана кваліфікована безкоштовна медична допомога. Лікар гарантовано отримує гроші за свою роботу згідно з встановленим тарифом, незалежно від того, де він буде працювати – у великому місті чи в сільській місцевості. Фінансування поліклініки, де працює лікар, амбулаторії чи лікаря фізичної особи підприємства, буде відбуватися з державного бюджету і не залежатиме від фінансової спроможності місцевої громади, якихось страхових компаній та іншого. В свою чергу, місцеві громади мають всі можливості для розвитку медичних закладів, адже вони залишаються їх власниками. Завдяки децентралізації місцеві бюджети мають достатньо коштів для того, щоб покращити медичну мережу, створити належні умови для роботи лікарів, відремонтувати дороги до амбулаторій, оплачувати додаткові медичні послуги для мешканців громади. Перехід на нову систему фінансування буде поступовим. На перехідний період частково буде збережена діючу систему фінансування медзакладів через субвенцію місцевим бюджетам, як це відбувається зараз. Станом на 1.11.17 року в комунальному закладі Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 7 проведений вже певний обсяг робіт підготовки до нашої реформи. Центр зареєстрований в системі eHealth. В цій же системі зареєстровані всі лікарі. Розпочата робота з реєстрації декларацій пацієнтів згідно з укладеними договорами. Я хочу вам показати отакі декларації, які заповнюють пацієнт і лікар. Всі ми з вами
потенціальні пацієнти. Всім потрібно вибрати свого лікаря, до якого ви будете прикріплятися. Ви підходите до цього лікаря, заповнюєте таку декларацію, в якій дані паспортні, дані вашого проживання, дані прописки, якщо розлічається адреса від там, де ви мешкаєте, двічі треба написати, ідентифікаційний код вказується, ну і для дітей там батьки або опікуни кому треба. І далі 7, 8, 9 – це з яким лікарем ви заключаєте ці договори. З вашого дозволу я перейду на російську мову, мені так краще казати. Значить, для того, щоб ми повністю справились з цією роботою, в течение года городской совет, городское управление здравоохранения выделило достаточное количество денег для приобретения компьютеров для каждого врача, для проведения интернета в каждый кабинет и для ведения общей системы. У нас связаны все семейные амбулатории с администрацией, и мы все спокойно можем работать сейчас в электронной системе, это e-health. Что дает это? Это дает то, что вот пациент заключил договор с врачом, внесли его декларацию, и видно сразу идет, сколько пациента у какого врача. Ну, знаете, не будем мы скрывать о том, что каждый из нас, когда хочет получить хорошую медицинскую помощь, всегда интересуется, вот какой хороший врач, к кому обратиться. Это давно так у нас уже идет, и всегда мы знаем, что вот к этому врачу надо идти, а к этому не надо. Я еще лет 10-15 назад, когда работала ночмедом в 4-й поликлинике, меня всегда интересовал этот вопрос. Почему врач, у которого сидит в коридоре в кабинете 30 человек, и врач, который сидит, читает газетку и пьет чай, у него никого нет, получает одну и ту же зарплату? Наверное, все-таки пришла пора что-то изменить. Для того, чтобы врач, который действительно грамотный, толковый, который пользуется авторитетом у своих пациентов, он должен зарабатывать гораздо больше, чем тот врач, который работает меньше. То же касается и стационарной помощи, и всего остального. Мы будем ходить к тем специалистам, которые действительно отвечают современным требованиям и которые могут оказать нам адекватную, хорошую медицинскую помощь. В отношении... Боятся все наши население о том, что будут введены платные услуги. Значит, четко говорится о том, что платными будут только отдельные виды услуг, которые не входят в протоколы оказания медицинской помощи. Любая неотложная помощь будет бесплатная, первичная помощь будет бесплатная, поэтому здесь населению, в общем-то, волноваться нечего. Я хочу сказать, что для населения ничего не изменится в оказании медицинской помощи с 1 января. Что касается необходимости проведения этой реформы, я хочу свое мнение тоже высказать о том, что все давно были недовольны оказанием медицинской помощи. Все сидящие здесь, наверное, не раз сталкивались с тем, что в случае госпитализации сразу выписывались вот такие простыни лекарств, и родственники бегали, приносили. Что за что ни возьмись, за все надо было оплачивать. Поэтому говорить о том, что реформа убивает бесплатную медицину, ну это кривить душой. Медицины бесплатной не было уже давно. Я не видела еще ни одного человека, который пришел бы мне и сказал: Елена Николаевна, я вот лег в стационар, и от начала до конца меня пролечили бесплатно в этом стационаре. И вот я вышел здоровый, стал вам на диспансерный учет пришел. Нет, это действительно финансирование было недостаточное. В условиях роста цен на лекарства, на различную аппаратуру, действительно просто не справлялись лечебные учреждения с тем потоком больных и с той необходимостью затрат материальных, которые... Ну, нужны были в это время. Поэтому проведение реформы, конечно, многих пугает. Но я думаю, что пугаться здесь нечего. Мы вот врачи есть. Наша голова на плечах, знания наши с нами. Выбирайте себе врачей, приходите. Я еще полгода назад всем врачам, которые обслуживают корабельные, население корабельного района, сказала: пожалуйста, приглашайте своих пациентов, записывайте в тетрадку, кто у вас хочет лечиться, потому что на одного врача разрешается нагрузка 2000 пациентов. Для того, чтобы у нас не случилось так, что у нас 28 врачей, и мы сможем взять всего 56 тысяч, а какие-то еще 7-8 тысяч останутся без медицинской помощи, не затягивайте этот вопрос.
приходите к тем врачам, которых бы вы хотели обслуживаться, даже если вы не болеете последние там 5 лет или 10 лет, это все равно никто не застрахован от того, что когда-то вам придется обратиться за медицинской помощью. Тем более, что прием узкими специалистами будет осуществляться исключительно по направлению семейного врача, терапевта или педиатра. Поэтому я думаю, и у себя в коллективах вы можете рассказать о том, что происходит, ничего здесь страшного нет, что идет нормальный процесс обновления наших медицинских учреждений. Мы будем, значит, что будет с первичной медициной? Состоялось совещание недавно в Киеве, ездили наши представители. Действительно, вопрос серьезный. Мы будем ликвидированы, как то учреждение, которое есть сейчас, и будет создано на нашей базе, получается, это некоммерцийное, неприбутковое предприемство, коммунальный заклад уже не будет как таковой, а именно некоммерцийное, неприбутковое підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги». С чем это связано? Это связано с тем, что вот сейчас мы как центр зарегистрированы в Министерстве здравоохранения. Вот у меня на обслуживании сейчас в центре 62 959 человек, потому что мы не обслуживаем Кульбакина и Широкую Балку, мы обслуживаем здесь. Значит, на этих людей в Министерстве будет введено два списка. Список красный и список зеленый. Красный список – это все население, которое у нас есть. Зеленый список – это будет то население, которое будет заключать договора с нашими врачами. Вот на первое полугодие, скорее всего, финансирование будет идти с Министерства здравоохранения, с Киева, по красному списку, то есть по количеству проживающего населения. Для того, чтобы дать возможность, вы все прекрасно понимаете, что для того, чтобы зарегистрировать 62 тысячи населения, наверное, это все-таки даже не один месяц пройдет. И чтобы дать возможность населению выбрать врача, врачу оформить отношения нормальные, именно по декларации, дается какой-то определенный промежуток времени. И потом через этот промежуток времени финансирование медицины будет идти уже исключительно на тех людей, которые заключат договора с нашими врачами. Сказать, чтобы что-то для вас изменилось коренным образом, нет. К сожалению, у нас единственная проблема, что у нас врачи 40% пенсионного возраста. Захотят ли врачи дальше работать по такой системе, мы пока не знаем, как это будет, потому что когда человеку под 70 лет, наверное, не сегодня-завтра, мы можем ожидать, что человек уйдет. Как мы будем дальше выходить из ситуации, если в связи с изменением финансирования повысятся оклады у врачей, может быть, придут молодые специалисты. Сейчас вы прекрасно понимаете, когда 3200 у санитарки, 3200 медсестры и 3200 у врача-интерна, ну, никто не хочет брать на себя такую ответственность и приходить работать врачом. Поэтому за последние 3 года у нас было 5 интернов, часть из них сразу отказалась, находили всякие причины, часть потом, кто замуж вышел, в Польшу уехал, кто родил ребенка и ушел. И сейчас работает всего один врач, остался молодой. Поэтому в этом плане, конечно, обеспеченность врачебными кадрами мы держим под контролем, стараемся приглашать. Но, к сожалению, если в городе как-то еще находят возможность в общежитии селить молодых врачей, у нас в Корабельном районе жилья для врачей нет, и поэтому здесь привлечь особенно нечем. Вот, в принципе, у меня кратко все. Спасибо. И у меня еще, знаете, одна такая просьба, пока я пользуюсь тем случаем, что я вот здесь выступаю, обращение к администрации Корабельного района. Вы знаете, что мы закончили капитальный ремонт в первой семейной амбулатории, проспект Богоявленский, 340/2. Но у нас кабинеты, часть пустых, часть с поломанной мебелью, потому что, ну, нет финансирования, нет возможности приобрести. Если у нас есть какие-то предприятия в районе, которые могли бы хотя бы дать уже списанную мебель, ну, я знаю, когда мы только открывались, Никотера дала списанную, которая выглядела лучше, чем новая, которая продается. Поэтому, если есть возможность, скамейки для коридоров, стулья для актового зала, в общем-то, столы, шкафы,
у меня была бы просьба, чтобы как-то поговорить с этими предприятиями, представителями, чтобы они нам помогли хотя бы видеть. Работаем. Да. Есть ли какие-то вопросы, пожалуйста. Да. С чужого района здесь можно? Да, пожалуйста. Я, например, вот уже 5 лет работаю здесь. Ко мне приезжают с Терновки мои пациенты, которые лечились, когда я работала на Адмиральской. Есть у каждого пациента свои врачи, которыми они доверяют, потому что они лечатся у них по 10-15 лет. Поэтому, пожалуйста, мы всегда готовы. Врачи, если у них есть такая возможность, они будут принимать всех. Вопрос возникает, конечно, с обслуживанием на дому, потому что вы понимаете, что если кто-то живет на Намыве, а обслуживается здесь, потому что работает здесь, допустим, ему удобно приходить. Но вряд ли врач поедет на Намыв, потому что это бензин, это транспорт, это действительно вопросы такие сложные. Но каждый решает свои вопросы. Иногда есть такие ситуации, когда можно решить по телефону. На какой период заключается договор? Период заключается минимум на год. Но если вы недовольны врачом, вы можете разорвать контракт и пойти к другому врачу записаться. Это пожалуйста, потому что прежде всего мы выздоравливаем тогда, когда мы доверяем врачу. Когда у нас складываются нормальные отношения, мы понимаем, что этот врач нам помогает. И мы сами выздоравливаем быстрее. Если есть какие-то сомнения, лучше не заключайте договора эти. Ищите того врача, с кем вы сможете найти общий язык и все. Есть еще вопросы? Да, еще вопросы есть. Да, спасибо большое, да, Елена Николаевна. Конечно, мы понимаем, что это самая такая глобальная и насущная проблема для каждого.